прохладнее было. Преданные прошли мимо политехнического института. Я что-то как-то затормозила. И на остановке как раз такая большая, приличная группа людей, очень высокого роста все были. У меня такое ощущение, что у меня какая-то команда спортсменов. Они прямо стояли на остановке, я в эту кучу как-то так зашла. Я такая маленькая себе показала. Я их стала угощать, поздравлять с праздником. Но они так что-то затушевались, и никто не брал. Я думаю, господи, что делать-то? И к одному прямо вот, там, к одной девушке прямо взоры повернула, я говорю, пожалуйста, доченька, угощайся. Я вот прямо для тебя, я в глаза, и она руку потянула, и тут же мы со всей руки. Примером была толчком. Я говорю, знаете, ребята, сегодня такой праздник удивительный. Я говорю, давайте вот с вами вместе прямо удачу призовем. Они так что-то начали, раз так остановились, думаю, что-то я не то говорю. Я говорю, знаете, попросту, давайте просто вместе скажем одно волшебное слово, которое принесет удачу в вашу жизнь. Я вам от всего сердца желаю эту удачу. Я это как-то под носик передала молодому человеку рядышком, так не поняла, даже как-то его взял. Я поднимаю руки и преданно говорю Гауранга. Эта девушка первая сказала Гауранга, потом они все толпой стали кричать. Так руки поднять на остановке Гауранга. У меня сразу, я не знаю, что со мной начало твориться, они стали кричать Гауранга. Думаю, боже, где наши, никто не снимает. А тут там было их столько, эти наши, да, они ушли за преданными, и никого не было. И они кричали, Гауранга, думаю, они остановятся вообще. Я так смотрю уже на людей, думаю, а что люди думают? Я думаю, а неважно. И они потом так как-то очнулись так. И такие, знаете, улыбаются, сияют, такие большие люди. Я между ними такая стою, говорю, спасибо вам, ребята, вы такие счастливые. Они, ой, вам спасибо, и прям такой контакт был сердечный. Вообще, потом подхожу, уже хренаму догоняю, а там стоят такие, знаете, уже совсем другие люди, такие бомжеватые, человек 5, наверное, стоят такие вот. Потертые, побитые, такие несчастненькие, так что-то ножками притоптывают, так стоят, что-то так плечиками подвигивают. Милорита с вами не показывает, на них, давай, покорми. Я подхожу, они так без зубов, знаете, уже такие махровые. И там эту конфетку, он там как-то ее туда затолкал, как-то так пожевывает. Я говорю, ребята, давайте с вами имя до удачи позовем. Они чу-чу. Я говорю, давайте вместе позовем. И стали вместе. Но они, конечно, не так, они, может быть. Но тоже стали кричать Гауранга, как могли. И прямо атмосфера тотчас же изменилась. И они поменялись. Вот совершенно другие личности. Это прямо вот в эту же долю секунды, как только они сказали, а еще когда их несколько человек, я не знаю, они как-то, я руки поднимаю, они не стесняются даже. Они даже забываются. Автоматически поднимаются. Душа, как бы она, естественно, зовет. Ой, такие ситуации столько преданные вообще. А еще как-то раз шли, там один к нам казах прицепился. Ну, такой идет, так приглядывался. Он говорит, ну что вот вы ходите-то? А я так за конфетками бегаю. Я говорю, что, счастливый, вот то и ходим. Он говорит, что вы там, балдеете, что ли? Я говорю, ну да, по чуть-чуть. Он говорит, ну что балдеете-то? Я говорю, я понимаю, что он что-то понял, что что-то мы счастливые. А я говорю, ну вот, шарики едим вкусные. Он говорит, да нет, что-то же еще. Я говорю, ну да, имя повторяем. Ну, какое имя? Я говорю, ну вот есть такое красивое имя, Гауранга. Ты еще про удачу не говорил, еще мантра другая была. Он, Гауранга. Гауранга. Еще ты так стал говорить. И тоже так же, а я же побежала за конфетки-то раздавать. И он к нам прицепился, раз прошел, пошел, идет назад. Идем мы назад, тоже немножко отстали, и он так вроде как меня охраняет, что ли. И так уже смотрю, другая походка у человека, уже как-то он заинтересованно ходит. И тут, знаете, на молодой человек, ну, сильно куренный. Ну, просто он там его носит по всей площадке, там прямо напротив мединститута, он только на другой стороне, перед общежитием. И он там что-то кричит, машет, от него все шарахаются. Я его так за руку поймала, говорю, стоп! Что за ним говорит мне, говорит, открывай рот. А он же даже, я не успела ему ничего сказать, он схватил так прямо, знаете, охапкой. Хап, конфеты, и прямо в рот себе толкает. Я говорю, ты скажи, пожалуйста, Гауранга. Он так живет. Не скажу я тебе, Гауранга, не скажу я тебе. Это что-то там его несет. А это балбес, скажи Гауранга. Как ты что такой дурак, скажи Гауранга, это уже проповедует. Он, да не скажу я вам Гауранга, не скажу. И он к нам прицепился, еще к шествиям. Пришел уже на кристалл, уже его, видать, немножко там протрезвел. Он говорит, ребята, вы кто такие? У казаха этого трогает. Он говорит, ты тут... он что-то с матом сказал. Он говорит, ты брось там материться тут, ты чё? И что-то там такое начал ему говорить, а я уже оставила в покое. Ну, в общем, имя Гауранга.